Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні події внутрішньої та міжнародної політики. З нами політичний експерт Андрій Клячин. Андрій Клячин – політичний експерт. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Протягом багатьох років є консультантом відомих політиків. Одружений, хобі, кіно, спортзал. Андрію, я радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, про що я хочу поговорити спочатку, це про кадрові перестановки, точніше, навіть про кадрові зміни, які відбулися в уряді, в Кабінеті міністрів України. Змінно 5 міністрів, дехто з них має статус віце-прем'єра. От про що це говорить, чому саме зараз? Вопрос, почему именно сейчас? Обычно, когда идут перестановки в правительстве, мы склонны в этом искать какие-то стратегические вещи, да, там, смена курса в какой-то отрасли или чей-то лоббизм. Но в данном случае тут еще момент очень важный в том, что даже в последнем правительстве перестановки уже далеко не первые. Более того, министров, которых отправили в отставку, я думаю, немногие из наших некоторых министров, наши телезрители, в принципе, фамилии ничего не скажут. Более того, даже для многих политологов это люди, появившиеся где-то как-то и теперь, ну, не исчезнувшие, а отошедшие. То есть тут речь идет во многом даже не о каких-то стратегических вещах, а о том, что просто либо не справляются, и, соответственно, идет поиск, попытка сменить, возможно, многих министров, ну, вот, из этой пятерки, на самом деле речь шла о том, что их сменят раньше. Когда, допустим, отправили в отставку начальника генштаба, то речь шла для многих экспертов, вроде бы были договоренности, что будет и министр обороны тоже уйдет в отставку. Но, тем не менее, он оставался на посту. Многие сходятся в мнении о том, что просто не было такой замены четкой. Поэтому, когда мы говорим о смене министров, чаще, то есть вот мы должны рассматривать такой вариант, что просто не справился. Тот же Любченко, на него возлагали, это даже в общественное поле вышло, достаточно большие надежды, что он достаточно амбициозные предлагал планы. Но я так вот того, что того расцвета, который в короткий срок он предлагал, не произошло. Министр обороны, понятно, давно об этом, скажем так, давно об этом говорили, что это сделают. Тут, возможно, и личные отношения, да, и, ну, Арахамия сказал, что хуже не было министров, хотя, ну, если покопать времен там тоже Януковича, да, там, возможно, Ющенко, там можно найти, я думаю, хорошие, ну, тоже. Ну, там и громадяне инших держав да, было, да, и так. Вот. Плюс, я так понимаю, и международные партнеры где-то как-то, ну, придерживаться той точки зрения, что министр обороны все-таки, как и вот Аваков был министр внутренних дел, лицо должно быть все-таки гражданское. То есть если командир сбройных сил, начальник генштаба военные, да, которые занимаются то непосредственно военным делом, то министр гражданский. Да? То есть, ну, такая кто, практика, да, я обладел, да, в да, да. Экология навколишнего середовища, честно говоря, вот Абрамовський, да, наскільки я, да, чесно говоря. Ні, ну, зараз був виконуючим обов'язки Руслан Стрілець, який, да, працював довго у нас. От, до речі, повз мене пройшло, він залишився чи ні? От, виконуючим обов'язки, коли он, всі ці призначення були. Так, не знайшли, я так розумію, от ще один такий маячок, що не знайшли замену. Тобто не стратегічна річ, давайте уберемо одного і поставимо якогось другого спеціаліста або представителя якихось сил. Тобто от такої стратегії немає. Тут треба було міняти, але на кого ще не понятно. Ну, понятно, что Резников переведен как дотошный юрист, как такой, я думаю, человек в аппаратном смысле грамотный на как цивильный министр обороны, да, то есть я сомневаюсь, разбирается ли он в каких-то моментах военных, вот глубоко, но думаю, вот по его, в общем, имиджу разберется. Дальше на его место, я так понимаю, заслужила эту честь партийной такой лояльностью всем остальным Верещук,
И у нас получается, кого еще мы забыли еще, вернее, я забыл еще Министерство стратегических галузей, да, там, так, где был так, русский, да, да. Ну, глядя на состав министерства, руководящий состав, можно говорить о том, что это стало таким, знаете, островком вот таких старых управленцев, да, которые там вот тот же министр, вот уже бывший, да, который там и Национальное космическое агентство возглавлял, то есть такой опытный, которая, с одной стороны, у них, у этого министерства может быть огромный потенциал, как у РНБО, например. Для кого-то РНБО, если вспомните, раньше был местом, где можно было провести такую почетную как бы ссылку. Да? Что, а сегодня, да, РНБО, условно говоря, не знают, то есть для олигархов на сегодняшний день это стало, ну не только для олигархов, это стало таким полюсом принятия решений ключевых. Что будет дальше, это уже отдельный вопрос. Тем не менее, то же самое это министерство, которое на самом деле курирует космическую отрасль, которое курирует там и там авиацию, там какие-то тяжелые металлургии. То есть, ну представьте, это все предприятие, это все экономические ресурсы, производственные, это земля, в конце концов, в огромном количестве. Да? То есть это министерство, которое, в принципе, можно его, то есть оно может стать при необходимом руководстве таким же влиятельным, то есть, как и любое другое, даже выше. То есть это, скажем так, ресурс есть. Но, судя по всему, не сложилось, и поэтому туда поставили бывшего и налоговика, потом директора, насколько я помню, Рябикин, да, насколько я правильно, это директор аэропорта Борисполь, то есть это человек, я так понимаю, который, скажем так, в структурных и в движении средств как-то понимает, ну, и в плохом, и в хорошем смысле слова, наверное, поэтому, я так понимаю, есть расчет, что он сделает из этого министерства ну, такое ресурсное, ну, влиятельное, в том числе и в финансовом смысле. Мы должны, правда, в этом смысле в глаза смотреть. То есть произошли вот такие, такие рокировки. Более того, Резников, я так понимаю, если мы берем министра обороны, то, возможно, это тоже было от того, что больше на сегодняшний день некого. То есть так называемая скамейка запасных у президентской силы не так велика. Ну, это происходит по трьом причинам, так, да, що ми зараз не закапуємо. Рік, да, коли приходили люди в уряд, у всіх було питання, хто ці люди, да? Ну, в тому зараз ситуація немножко змінилась, но общий підход остався той же. Старі управленці, які вже засвітились як політичні фігури, їх не беруть. Нові управленці, які намагаються засвітитися як політичні фігури, їх швидко локалізують. Вот так сложилось. Тех, кого берут из управленцев старых, из других структур, но которые были замами, десятыми замами, я так понимаю, ни звездами ни тогда, ни сейчас не были, поэтому тоже им тяжело справляться. Новые люди, которые предполагалось, что они хуже знают, но с новыми подходами, честные и так далее, и они научатся, а оказалось, что учиться не все хотят, а подходы, оказывается, тоже могут быть старые, да, то есть минусы остались, что не совсем чистоплотные, а в экономическом смысле и так далее, и в смысле эффективности, а уровня профессионализма такого не успевают или не хотят. Ну и плюс попытка завести бизнесменов, успешных, которым организовали бизнес, но здесь серьезные минусы, связанные с тем, с спецификой нашего госуправления, потому что если серьезный бизнесмен идет куда-то, это значит, ему нужно зачеркнуть свою бизнес-деятельность, то есть отказаться от чего-то. Зачем это можно делать? За большими деньгами, а это нет у министров, даже если будет зарплата какая-то высокая, она все равно будет ниже бизнес-доходов. И за это же еще министра будут бить, потому что зарплата будет высокая, то есть ниже, чем он хотел бы, но выше, чем люди привыкли понимать. Вот. Но какие-то гарантии тогда, что этот бизнесмен со своим, с какими-то амбициями что-то построит, сделает, войдет в историю, что-то наладит. Вот. Но таких гарантий тоже нет, потому что людей назначают, снимают. Поэтому привлечь достаточное число там, бизнесменов на эти должности тоже не получается. В результате мы имеем ситуацию, когда министров снимают, не успевая даже замену ищут до того, ищут во время того, и зачастую министры оказываются в подвешенном состоянии ВО еще после того. То есть вот такая вот
кадрова організаційна проблема. До речі, от ви згадали про перестановки, в тому числі в силовому блоці. Міністр оборони Резніков, віце-прем'єром з реінтеграції окупованих територій стала Верещук. Тут можна згадати, не стосується уряду, але тим не менше у ЗМІ багато про це писали. Можна дискутувати, наскільки це піар-акція чи ні. Радником командувача Збройних сил став Ярош. От такі перестановки саме в силовому блоці можуть свідчити про те, що якісь будуть зміни у політиці, у тій ситуації, що є у нас на сході України? Поки що змінення видні, що вони будуть по настроєнням внутрі. Тобто Ярош не встиг стати ще совєтником, вже вийшов з заявленнями, що давайте поможемо Польщі на границі з Білоруссією. Сьогодні він обратився к побратимам ДУК, правый сектор, что скоро их усилия понадобятся, опыт, где бы они ни находились. Ну, хотя у нас с Ярошем сейчас такие вот не дуже добрые стосунки. Правильно, вот, но мы говорим о том, что Ярош давно ждал, я так понимаю, принялся активно за дело, в том смысле, что нагнетание определенной ситуации внутри. То есть я не говорю ни плюс, ни минус. То есть он, его ключевую тему, что Родину нужно защищать, защищать активно, защищать невзирая ни на какие там, ни на каких западных и других партнеров. Мы же прекрасно понимаем, что если там и так ЕС в таком шпагате находится в ситуации с Польшей. То есть было четко сказано представителям ЕС полякам, что мы защитим, но давайте искать какие-то пути, куда этих как эту проблему решить концептуально, да, как куда иммигрантов вот этих поместить. Мы их уже не сегодня была в Украине, да, давайте Украину привлечем тоже. Или и как не допустить вот этого всего движения, да, то есть пусть они остаются у себя на родине, но применять средства, которые являются незаконными, то есть прозрачный намек, то есть если вы начнете там стрелять или там бить, то это не согласуется с ценностями ЕС, Польши и так далее. То есть, если туда еще придут украинцы, да, официально, то, Ярош прекрасно понимает, то есть, со стороны ЕС это будет, ну вот, это уже совсем будет нехорошо. То есть, вот, возвращаясь к ситуации внутри, то есть, на сегодняшний день месседжи эти идут внутрь. То есть, они ситуацию подогревают внутри. Вот. Ну, но соответственно, у Яроша такое кредо. Да, так, у Яроша, ну, Яро больше не, ну, как бы, это его специфика. Ну так, есть, він праворадикальний політик, це ж. Более решить, и реш, ну, то есть, решительно, то есть, это его работа. Его, он воин. Там, я не говорю сейчас плюс со знаком минус, он воин. И, соответственно, идейный воин. И, соответственно, поставив его на это место, нужно понимать, что он будет не советовать тихонечко, да, а он будет фигурой, которая тут же выйдет в медиа с заявлениями и так далее. То есть речь идет не только о внешних каких-то угрозах. То есть внешние угрозы мы видим из слов Яроша, что твой, ну, что враг, если у нас счастливые люди, да, он там цитирует кого-то, если у нас счастливые люди в городах ходят, то это не значит, что враг дремлет. То есть, соответственно, это на сегодняшний день имеет направленность больше внутреннюю. Вот. Но для чего, на самом деле, так или иначе, президент Зеленский выбрал, пытался оставаться посередине каким-то образом, да, сшивать страну, то есть сейчас выбрал все-таки сторону, понимая, что с Россией каких-то быстрых договоренностей или эффективных не получится, то есть он принимает сторону, дрейфует в сторону патриотического политика. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, этот шаг... Не национал-демократичного, можливо, а більш крайнего такого националистичного. Это все... То есть он как президент имеет право, скажем так, дрейфовать в какие-то моменты в разные, но то, что четкий уже акцент идет на недоговоренности, вернее, не на контакт с Россией, а на переговоры и на контакты с точки зрения принципов, не, ну, принципов силы, то есть речь уже не идет о том, что давайте договоримся, мы все в этом заинтересованы, да, давайте друг друга поймем. Речь уже идет не об этом. Речь идет о том, что вот наши условия, надо будет их продавливать, рано или поздно возвращать территории и так далее. Это же все в одну копилку. То есть раньше таких резких заявлений не было.
То есть то, что Крым наш, да, но то, что будем возвращать, там, Донецк, Крым, такого рано или поздно, такого не было. Поэтому назначение вполне в себе, скажем так, логично. Плюс, ну, наверное, с прицелом на то, что Ярош должен стать, скажем так, фигурой, которая ньюсмейкером определенным для того, чтобы посылать обществу определенные сигналы, которые он посылает, больше милитаризации и так далее. В чем замысел? То есть ставить его помощниками и думать, что он этого не будет делать? Нет, такого быть не может. Все это прекрасно понимают. То есть в чем замысел, скажем так, с точки зрения информации, с точки зрения пиара? У нас в любом случае команда президента, она зовнешние вот эти акценты, она всегда прорабатывает, я думаю, то есть вот такое определенное представление перед избирателями. А для чего це, до речі? От я, до речі, Андрію, я думав про рейтинги влади трохи пізніше говорити, але оскільки ми почали вже говорити в тому числі про Яроша, скажімо, праворадикальні настрої у нас підтримують, ну, обмежена кількість людей, скажімо так, да? Можемо говорити 3%, можемо говорити до 10%, відсотків. Найбільший показник це був якраз при Януковичі, коли Свобода з 10% зайшла. От такі призначення і те, що показується суспільству, що в принципі ми готові таких людей собі брати, в тому числі в команду, на таку посаду, як радник командувача Збройних сил, от чи не понижує це в тому числі і рейтинг нинішньої влади, чи не зводить її, скажімо так, до обмеженого електорального поля? Ну, какие-то потери могут быть, это неизбежно. Любые движения, скажем так, в электоральном поле, они неизбежны. Но в любом случае нужно создавать большую массовость на поле национал-демократическом, на поле Порошенко в том или ином виде. То есть это может быть и Свобода, чуть-чуть заходить и подталкивать, скажем так, европейскую солидарность. Это может быть Сиараш с его там темами. Будем слушать, что он говорит дальше. Рано или поздно, может быть, речь зайти о том, почему сейчас более активно и эффективно ведется работа в армии, а во времена, например, Петра Алексеевича, да, его президентства, не так активно. То есть надо будет смотреть, как это будет, то есть с какой задумкой это все сделано. Я не говорю, что Ярош это там абсолютно управляемый человек. Нет, это один из игроков, который вот, ну, которому помогли снова выйти, помогли без этого, то есть это явный факт. Определена должность, которая позволяет быть ньюсмейкером. С точки зрения возбуждение у людей состояние угрозы, да, что может быть война, да, такое присутствует, значит, ну, необходимо эту тему тоже зачем-то развивать. Я сейчас не хочу, ну, я хочу, можемо, не хочу вдаваться в прогнозы. Ні, зовсім недавні історії, кінець 18-19, початок 19-го року, напередодні президентських виборів, коли, в принципі, команда Петра Порошенка робила ті ж самі кроки, да, певне таке, ну, не роздмухування, а певний такий заклик до мілітаризації, до того, щоб суспільство було готове. І, в принципі, президентські вибори показали, як на це відреагувало в тому числі суспільство. От для чого це владі нинішній? На самом деле напрямую, то есть это не связано, это не должно быть связано с Зеленским напрямую, то есть это должно быть связано с армией, с обороной. Никто не отрицает, что нужно, что это больной вопрос, которым нужно заниматься, нужно быть готовым. То есть наши все рассуждения, если, опять же, не дай бог, будет обострение, наши все рассуждения немножко отойдут в сторону, да? Окажется, что все делалось не только для пиара, все делалось в том числе для того, чтобы каким-то образом там, скажем так, усилить этот блок. Хотя, опять же, тут нужно разбираться, насколько непосредственно Ярош как личность воспринимается в армии. То есть это добровольческие батальоны, это одно все-таки, да, а кадровая армия, там и в командовании, и в личном составе люди разные, возможно, там, с профессиональным каким-то взглядом, для которых добровольческий вот этот вот контингент, да, с амбициями, это не самый, ну, скажем так, это не лепится в одну систему, поэтому здесь тоже... Ну, багато добровольчих батальонів так чи інакше було приєднано і до ВСУ, і до МВС, але тим не менше. Ну, это немножко другая характеристика. Люди могут остаться теми же, но ВСУ – это все-таки система, это система, построенная на иерархии, на командовании. То есть здесь, скажем так, такого вот
завзятие, да, вот батальонного, направленность на какую-то идею и быструю смену в зависимости от этой идеи каких-то планов, такого нет. То есть есть военные операции, есть структуры, которые перемещаются так, как это необходимо, так это, как это запланировано генеральным штабом, а не так, как люди не бегут защищать родину туда, куда им захочется бежать защищать родину. Они действуют в рамках системы. Вот. Поэтому здесь такой момент. Плюс, возможно, ну, знаете, если нагнетается страх, зачем-то он нужен, значит, если не произойдет обострение ситуации, то бывает такое, таким занимаются политики, каким-то образом нагнетают ситуацию, пугают избирателей, а потом каким-то образом дают от этого лекарства. Вот такое развитие событий политического тоже не нужно упускать из виду. Поэтому в данном случае не был рядом с теми, кто принимает вот такое стратегическое решение, поэтому в данном случае что мы имеем, что мы можем изучать и можем прогнозировать в коротком горизонте, ну, вот, то, что я сказал. Угу. Вот. Дальше нужно будет, как говорится, будем наблюдать, каким образом личность конкретного воина, политика, назовем так, Яроша, будет развиваться. То есть будет ли он ньюсмейкером, либо в какой-то момент станет выполнять прямые свои обязанности, то есть быть советником, не ньюсмейкером, а советником командующего. Ну, точно так же когда-то все надеялись, что он будет депутатом. Но тогда не случилось все-таки, практически все сессии он пропустил. То есть сейчас, возможно, он станет, заниматься тем функционалом, который предусмотрен для советника командующего. Не для ньюсмейкера. Так, Андрій, у нас багато ще тем, а час, на жаль, не так багато. От ви так побіжно згадали про такий орган влади, у нас зараз він, можливо, найбільш обговорений, як РНБО, Рада національної безпеки та оборони. От що це за орган, чи працює він зараз, власне, на посилення фігури президента в умовах парламентсько-президентської республіки. І оці от санкційні списки, які приймаються, про які всі говорять, хто більш-менш цікавиться політичною ситуацією в Україні, от наскільки є це логічним, наскільки є це законним, в тому числі, про що говорять? Подробно по закону, да, то есть это больше к юристам, такая вещь, значит, Рада національної безпеки, в принципі, її функції непосредственно касается вот ключевых вопросов безопасности. Вот, поэтому в нее входят, собственно говоря, ключевые фигуры как депутатов, так и министров силовых. Да. Соответственно, все, что признано опасностью для национальной безопасности, в принципе, орган этим может заниматься. Подробнее, наверное, юристы уже конкретные решения РНБО, они могут протрактовать. Да, но это ни в коем случае не должно ограничивать полномочия других органов власти. И вот равновесие это не уменьшать. То есть должно быть сказати, напевно, щоб наші глядачі, в тому числі, хто, можливо, не знає, що це колективний орган, куди входять представники всіх гілок влади, да, фактично. То есть они не должны друг друга, то есть получается, что этот орган коллективный, да, его представители сами же ограничивают полномочия этого органа, где они работают профессионально. То есть, чи то парламент, чи то уряд. Парламент, да. Когда РНБО подменяет собой принятие закона парламентом, то это и неправильно, и нелогично. Поэтому в данном случае РНБО под хорошей идеей, под ключевой идеей нацбезопасности принимает решения, которые, как считают многие эксперты, превышают полномочия. То есть это и исполнительной власти, но исполнительная власть не будет с этим особо спорить, да, то есть все на сегодняшний день под контролем все-таки еще президентской силы, так и законодательной власти. Соответственно, я больше чем уверен, что подробный разбор вот этих вот решений, он будет потом, и возможно, то есть юридически, и люди, которые, секретарь, и президент, сам должны это понимать, то есть рано или поздно это состоится. Теперь ближе к политике, собственно говоря, почему так произошло. Действительно, в рамках, даже монобольшинства, когда
президентская партия, большинство депутатов, формируется правительство, президент, все вроде в одной команде. Оказалось, что система демократии задумана так, что невозможно президенту быть царем, да, рулить, как он хочет. Соответственно, и быстро, и четко принимать законы. Есть процедура, нужно отрабатывать, нужно определенные вещи проходить. Соответственно, РНБО – это единственный вариант был для президента Зеленского каким-то образом справляться с теми силами, которые на него влияют, финансовыми, промышленными, и хоть как-то удовлетворять ожидания избирателей в быстром принятии решений. Иначе он теряет и рейтинг, и влияние, и становится управляемым, ну, назовем их олигархи, да, вот сейчас модно говорить олигархи, хорошо, олигархами. Соответственно, для того, чтобы реально стать для них угрозой, для олигархов, и что-то делать, было, и делать это быстро, четко и, по крайней мере, действенно, это вот РНБО был вынут, скажем так, из своей ниши и стал органом, который принимает решения, подменяет собой многие решения, которые должны делать законодательная и исполнительная власть, поэтому перекос политический явно присутствует. Для чего это? Для того, чтобы, скажем так, не стать марионеткой в руках финансово-промышленных групп. Почему пока что это получается? Потому что в рамках МОНа большинства, в рамках правительства, некому РНБО поставить вопрос, там, некому не выполнять решение РНБО. То есть все в общей тенденции їх виконують. Говорили, до речі, що єдиним, хто не голосував, був Разумков за ці списки. І, до речі, Аваков от виступив на днях. Просто у нас буквально 2 хвилини лишається, а про ці фігури я не можу не поговорити. Да, і Аваков виступав з критикою певних засідань РНБО. От на сьогодні фігура Разумкова і фігура Авакова, наскільки вони загрозливі для президента? І взагалі, от, чи можна говорити про старт фактично президентської виборчої кампанії з активізації Авакова от останніми днями і група Разумкова? По Разумкову дуже швидко. Тобто Разумкова, то, знаєте, можна порівняти зі снарядом, який дуже мощний, може улетіти дуже високо, але для цього потрібно, щоб був детонатор, тобто потрібно, щоб хтось придав. На сьогоднішній день він – це політичний проєкт, на сьогоднішній день він – аргумент для Зеленського проти Зеленського. Да? Тобто, відповідно, якщо в Разумкова будуть вложені ресурси, а без них ніяк, інформаційні, і щоб вистроїлась партія, и финансовые в том числе, и чтобы, в принципе, не мешали, да, на первом этапе, то он может быть достаточно весомой фигурой. Если так произойдет в кулуарных переговорах, что президент с олигархами найдет общий язык, да, которые могли бы дать этот, предоставить этот ресурс, то он, Разумков может стать таким же, как Яценюк, как Гройсман, то есть человеком, а может быть даже ниже потенциалом, то есть которым у него статуса на сегодняшний день не будет, информационных потоков не будет, все, он превратится в одного из политиков. То, что он делает от себя, правильно. Нужно формировать группу в парламенте, нужно оставаться на плаву, Андрій, и бороться за поддержку. 30 секунд буквально. Роль Авакова. Наскільки це впливова фігура? Впливова. Но от он как раз впливовий більше не як публічний політик, уж слишком одіозно. Он как раз може грати там роль от такого от організатора, детонатора. То есть, да, ну, наприклад, условно говоря, перший президент, а Аваков прем'єр-міністр. Наприклад, условно говоря, там Разумков когда-то потом, если будем мы выбирать, может, президентом, Аваков это скорее исполнительная власть. Це уряд. Андрій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Андрієм Клячиним. На все добре.